Преподобный Симеон Новый Богослов о воскресении. Братья и отцы, пришла Пасха, радостный день воскресения Христова, причина всякой радости и ликования, которые переживаются либо один раз в год, либо каждый день и постоянно теми, кто постигает таинственный смысл праздника. Радость и ликование пришли и наполнили наши сердца, освобождая от трудов всечестного поста, совершенствуя и утешая наши души. Мы благодарим же Господа, который вывел нас из моря поста и провел с радостью к пристани своего воскресения. Давайте исследуем, в чем состоит тайна воскресения Христа и Бога нашего, которая совершается непостижимым образом с теми, кто этого желает. Как Христос погребается в нас, как в гробе, и как соединяется с нашими душами и воскресает, совоскрешая и нас. Христос и Бог, будучи повешен на кресте, распял на нем грех мира, и, вкусив смерти, сошел в преисподнее ада. Как некогда, восходя из ада, он вернулся в пречистое свое тело, от которого вовсе и не отлучался, немедленно воскрес и после этого с великой славой и силой зашел на небеса, точно так же и сейчас, когда мы выходим из мира и входим, подражая страданиям Господним, во гроб покаяния и смирения, Он сам сходит с небес, входит в наше тело, как во гроб, соединяется с нашими духовно мертвыми душами и воскрешает их. Тем самым тому, кто совоскрес с Ним, Он предоставляет возможность видеть славу Его таинственного воскресения. Воскресение и слава Христова, как мы уже говорили, есть наша собственная слава, поскольку Тот, кто усвоил себе человеческое естество, действует в нас так же, как действовал Сам. Воскрешение души и соединение с жизнью точно так же, как мертвое тело не может ожить, если не примет себя живой души, и не смешаются с нею несмешанно, так и душа не может ожить сама, если неописуемо не соединится с Богом, который есть подлинная вечная жизнь. То есть она мертва до тех пор, пока в познании, созерцании и чувстве не соединится со Христом. Пусть при этом она остается невещественной и бессмертной по своей природе. Большинство людей верит в воскресение Христова. Однако очень мало кто ясно видит Его, а те, которые не увидели Его, не могут поклониться Иисусу как святому и Господу. И священнейшее песнопение, которое мы ежедневно имеем на устах, не говорит «воскресение Христово веруя», но что? «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному». Как же Дух Святой понуждает говорить нас, будто мы видели то, чего на самом деле не видели. Так как Христос воскрес один раз 1000 лет назад, но и тогда никто не видел, как Он воскрес. Может, Святый Дух хочет, чтобы мы говорили ложь? Нет, конечно. Но то, что Он побуждает нас исповедовать, есть истина. Ибо воскресение Христово совершается внутри каждого верующего и не единожды, но всегда – когда сам Владыка Христос воскресает внутри нас, облекается в благолепие и сверкает в молниями нетления Божества. Светоносное присутствие Духа указывает нам воскресение Христово и удостаивает нас увидеть самого воскресшего. Поэтому мы и говорим: «Бог Господь, явися нам». Итак, кому открывается воскресший Христос, тогда Он всегда является пред Его вдохновенными очами. Потому что, когда Он приходит к нам через Духа Святаго, воскрешает нас из мертвых, оживляет и дает нам благодать видеть Его внутри себя всецело. Аминь.